Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Станислав, это канал Флайк Позитив. На этом у нас ребятуши Евротрек Стимулятор 2. Евротрек, ребятуши. Ну что ж, ребятуши, у нас сегодня новогоднее такое обновление. Конечно, Новый год уже давно прошел, а я Евротрек давно не заходил. И вот зашел, и что я увидел? Я увидел елку, которая стоит за... Закрыла мою машину, вон вижу, колеса валяются. И блин, ночью обновилась, ночью добавилась, много, блин, всяких дополнений у меня работает. Это круто. Вот тут, ребятуши, я уже взял задание одно. Мы сегодня едем, ребятуши, в Швецию. В Швецию едем. Я уже взял задание одно. То есть, смотри, тут вертолеты теперь можно возить. Открылась вся карта, вот эта, которую я не раньше не брал. Вот я здесь нахожусь в Берлине. То, что меня отправили обратно домой. Блин, грузовик поврежден. Я не помню, где я успел повредить. Наверное, в прошлый раз когда-то ездил, так я его, блин, где-то доломал, короче. Ну что ж, ребятуши, мы сегодня поедем на старом добром грузовике Iveco. А возможно, если мне понравится обновление, я захочу исследовать карту. Если вам тоже понравится, ребятуши, то не забывайте ставить лайки, если хотите продолжение. Ну, ребятуши, давайте сейчас попробуем. Взять груз так. Вот я вот здесь нахожусь в Берлине, надо взять груз. У нас сегодня каток. Каток. Я такой каток еще не возил. Тут много грузов, заметим, новых полей. У меня что-то с этим, как ее так, с торможением не то. У меня что-то хуро неестественно ведет. Либо я уже забыл, как к ним управлять этой, блин, хрени все. Блин, ира, блин, почему-то все на высоких поставил. Я боюсь, чтобы оно, блин, не лагало, блин. Я заметил, что графические изменения. Вот это круто, конечно. Музыку я потом свою поставлю, я знаю. Так, погодите. А, кнопочка, я, блин, забыл. Что тут у нас английская раскладка. Так, взяли мы груз. Едем мы, куда я там говорю? Так, куда я там еду-то вообще? Так, надо посмотреть. Так, куда я еду-то это был? А, Милан. Или Маляму. Я не знаю, как она правильно читается. Но не Миламу. Так, ладно. Не будем нарушать, блин, правила дорожного движения. Потому что я уже их забыл почти, блин, все. Ну ладно, так, я перестроюсь. Этот будет поворачивать. Да, графика изменилась очень сильно. Я уже заметил, прикольно. Так, блин, я тут смогу поворот писать. Блин, я уже забыл. Если я буду в этой серии нарушать, в этом обновлении, точно, да. Если мне понравится, то я запишу пару серий в этом обновлении. Так, грузовик мне поврежден. Ну да ладно, так. Графика очень красивая, по-моему, стала. Значит, такой мир. Чувак, ну, я там нормально тебя не подрезал. Кстати, Мерседес теперь нормальные. То есть Мерседес там уже значки видно, чувак. Это я, конечно, нарушаю сильно уже. Уж простите, я уже давно не играл просто. Так. Так, тихо тормозим. На красный нельзя, я знаю, тихо. Тут эти небо, по-моему, поменялось даже. Мне что-то с тормозами, реально, ребята. Это либо фура мне сильно повредилась. Либо реально с тормозами уже проблемы. Ну да ладно, блин, это все-таки первая серия, блин. Такс, что-то у нас красное. Так, давай, блин, давай, включай меня, я поеду уже, блин, я хочу, блин, исследовать новую карту. Скандинавию поехал. Вон там, смотрите, новая фура, по-моему, едет там, вдалеке. Вольво, что ли? Какие-то новые грузы, кстати, я вот так заметил, да. То есть вот этот чувак тут и едет. Прикольно, блин, нормально. Ой, ты там никого не подрезал? Засматриваюсь немножко. Ну да, ребятуш, я уже заскучал за Евротреку, блин, давно уже не играл. Чего бы не записать, не поиграть. Так, сегодня, ребятуши, Берлин мы выехали. Блин, давно, реально давно. Мы в прошлом году играли. Какую-то еще игру свезли. Так, тихо, блин, реально. Я не знаю, что с управлением, но реально какое-то стало немножко для меня непривычное. Все стало чуть-чуть по-другому. Ну да ладно. Так, у нас автомагистрали, развязка небольшая. Блин, графика, по-моему, стала очень красивая. Но пока фризов нету, слава богу. Моды я все отрубил, нахрен. Даже поудаляли их, черты матери. Они бы не запустились, все бы лагало. Там, конечно, зимний мод был, ну ладно, блин. Не покажу я вам его, блин, скачайте, может быть, где-то найдете. Так, ну что ж, ребят же, пока не вышел третий Евротрек. То есть, да, не Евротрек, а уже Американ, там Америка, по-моему. Он пока не вышел, поэтому поиграем в этом. Обновление выходит и выходит. Пока уже выпустят уже третий Евротрек. Потому что не Евротрек, а Американ, точнее, там Америка, что ли. Так, что мне надо поворачивать их куда? Тихо, пропускаем. Пропускаем, пропускаем. Проезжай быстрее, пожалуйста. Так. Перестраиваемся, отлично, едем. Так, ехать нас сегодня, наверное, не будем далеко. Жаль, что нет одного мода, который мне немножко двигатель получше делал, чтобы мне машина быстро ехала. Ну да ладно. 90 километров тоже нормально. Бо я эту машину не прокачивал так сильно. То у меня еще одна, тем более есть машинка моего водителя. Если он, конечно, не уволился, пока, блин, у меня не было, надеюсь, у меня еще есть этот водитель. Так. Это красиво, чисто. Он даже меньше хрилит, что ли.
Смотрите, даже кадров что ли больше, это нормально пока, ладно, проедемся, покатаемся, блин, новые какие-то фуры. Ох, какая машинка-то, нормально, какие-то новые модели добавились, так, нормас, так, ну что, ребятуши, поедем, блин, в Швецию, исследуем. Какие-то, может, новые сейчас страны добавились, кроме Швеции. О, 90 км, мать. Но больше он не разгоняется, он же совсем хреновый. Тогда сейчас стоял мод, поэтому у меня такие машины так быстро ехала. Так, здесь поворотик. Так, заправиться надо нам вообще, я не помню. А, надо. Да, чуть заправиться, чтобы мы там не останавливались. Один раз остановимся, чтобы потом не останавливаться. Так. А, это не с моей стороны заправка, с моей еще не будет. Может быть там впереди заправка, блин. Вот не надо, блин, тут пробка, ребят. Что тут пробку устроили? Едьте, пожалуйста. Так, там мне надо заехать. Возможно, если мне понравится, я запишу еще пару серий, может какие-то моды поставим, посмотрим. Это у нас такое новогоднее обновление. Нормально. 90 кило, ты хрена себе, у меня грузовик крутой. Тихо, стормайте, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Так, здрасте. Цены не поменялись хотя бы, блин, на бензин. 1,46 евро, но я не помню, сколько там... А, я реально забыл даже управление. Не на ту кнопку нажимаю. Так, можно пока посмотреть грузовик, наш каток. Ну что ж, нормально. 385 евро, нормально так. Так, давайте сохранимся. А, нет. А, не, нормально, нормально. Так, о, какая-то хрень появилась, видите? Единичка. Единица какая-то, ладно. Так, вот сколько нам ехать. Тихо, тихо, я что нажал. Так, ничего не нажимать. Вот нам куда ехать, ребятуши. Так, нам надо в порт, буду я так посмотрю ехать. Ага. Ничего себе, тут надо будет куда-то заехать. Через Росток. Ты смотри, тут добавилось. Нормально. По прямой. Так тут нормально сейчас. Нормально. Так, поехали. Чё же ждать? Поедем, посмотрим. Ребятуши, вот Euro Truck Simulator 2. Как раз подходит мне для подкаста. Что можно подкасты делать. Это хорошо. Можешь о чем-то обсудить там. Какие-то вопросы ваши прочитать там. Я на вас буду отвечать вам. Вот так, ребятуши. Так. Нормально так. Это высокие настройки, кстати, ребятуши. Стоять, если что, я еще раз вам напомню. Я, может, конечно, музыку свою потом поставлю. Тихо, блин, я управление сейчас вспоминаю, что тебе нужно. Блин, там выключи, не надо менять эти дворники. Боюсь, я, наверное, в первой серии еще... То есть не в первой даже серии, а просто смотри. Нарушай правила, буду очень сильно. Так. Тихо, 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 там никого? Никого, нормально. Так, блин, там много, конечно, настройщик добавилось, я заметил, блин. Я в нем ни хрена тоже не понимаю. Но я их не трогал, ставлю как по умолчанию все, поэтому так хайбрид лучше. Так, о, тут скорость надо забросить, у меня 90 км, че. 80 лучше. Так, тихо, тихо, так, пропускай, едь давай, пожалуйста, проезжай. Мне надо перестроиться. Так. Проезжай, пожалуйста. Ну ладно, как хочешь. Чувак, я тогда тебе обгоню тебя. Легковушка, малометражка, да? Так, нам по прямой и никуда не надо сворачивать, это хорошо. Через Росток, как через Ростов на Дону, да? Нормально, так едем, ребятуши. Погода хорошая, дождя нету. Лето прям, ребятуши. А вроде бы и Новогод там. Наше меню прям Новогод чувствуется, а здесь лето, нормально. Смотрите, перестраивается. Но мне надо по прямой, мне не надо очень как раз сворачивать. Поэтому я буду ехать по прямой. Так. Что-то за фура такая. А, это тоже такая, как у меня, да? Да, это такая, как у меня. Так, нормально, блин, что-то иногда пролагает и где-то что-то прогружается. Я, наверное, ее подрезал. Мне не кажется, что я случайно ее подрезал. Потому что я засматриваюсь на эти красоты, да. И что водительность у меня никакой. Ну, меня не поймали, значит, это он меня подрезал. Я тут вообще ни при чем. Если меня поймают, то я буду виноват. Так я тут вообще не при делах. Какой-то чувак там резался, подумаешь. Блин, конечно, я... Не, лучше перестроюсь. Я так к себе, знаете, не... Нет, 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 ай! Простите, блин. Чувак, извиняй, блин. Блин, что я на зеркала не смотрю? Либо с прорисовкой там не в порядке. Что за пробки? Тихо, тихо, муха, то чего так медли? Алло, ребят. Что за пробка? Я так там сзади, конечно, всех подрезать буду. Чего так медленно едут здесь? Надо их, блин, обогнать, блин. Что-то так медленно прут, блин. Хочу их обогнать, блин. Конечно, жалко, что у меня нет руля. Был бы руль, бы поиграли, так было бы интересно все-таки. С рулем, ребята, извиняйте. Просто я, блин, какая, знаете, год не играл в эту игру. Ну, меньше, конечно, года, но уже забыл, блин. Физика, это все, блин, управление.
Это же все правила забыл, блин, что тут у нас и как. Так. Вот это будет еще много буду нарушать, и не штрафуйте меня и дизлайками своими. Лучше лайк поставьте, потому что я долго мучился с этим, блин. А наши даже не запускалась, ребят, потому что игра уже как бы не поддерживает у меня 32-битную систему. Я ее запустил на 64. Так, мне надо его обогнать, потому что он прет, блин. Я уже все обгоняю от этого, блин. Это мне целая пробка. А мне не надо поворачивать, там автомагистраль впереди. Так, давайте перестроимся. Так, они свет уже включают, я тоже предлагаю включить. Немножко. Так. Я еще чуть-чуть себе третью полосу заберу. Чтоб мне так было безопаснее ехать. Так, мне не надо никуда сворачивать. Прямо, да, по прямой же, да? Росток. И у нас написано Швейцария. Швеция, да? Поэтому нам по прямой. А у нас паспорт хотя бы есть или какой-то пропуск. Откуда это у меня есть? Это вообще у меня такого нет. Так, ладно, нам по прямой. Так, нормально так, ребят, души, посмотрим в новую локацию. Конечно, уже обновление это старое, я вам скажу так. Вот это, когда добавили эти города новые, это обновление вообще старое. Но я, блин, не играл же, что-то мне поиграть, посмотреть. Так, тихо. Так, что там, блин, небо какое-то стало приятное хотя бы смотреть. Так, перестраиваемся. Так, что у нас здесь? Блин, ну зря, не надо, блин. Тихо, ребят, извиняйте. Я просто на карту не засмотрю, я, блин, просто на игру смотрю. Чуть не, блин, опять никого-то не врезался, так. Не по прямой пока что, ну ладно. Так, а здесь у нас, блин, тут вообще две полосы всего лишь, да? Это будет хреново. А, нет, три. Три? Или, а, нет, две, блин, это хреново тогда, ребят. Я не уверенно себя чувствовать буду. Все-таки, блин, такая дура несется. По второй, по первой полосе, блин, всех нахрен сшибает, блин. Будет плохо. Так, у нас там, смотрите, впереди завод какой-то, цементный, что ли. Ну, что-то там производит, короче. Ну, что-то производит, то хоть производит. Чувак, а что ты всыпаешь-то, а? Нам-то ехать-то не очень-то далеко. Ты всыпаешь уже. Типа, блин, тут вообще дороги у вас неровные, что если. А хотя мы еще в Германии, ну ладно. Все равно мне неровные, блядь, ребят. Типа-то поворотами, с чем это все так? Реализм что-то, да? Тихо. Тут даже я не буду быстро ехать, блин. Вот так, 70 километров все, и больше не буду разгоняться. Так, ребятуши, а когда мне там, это, будешь там что-то впереди? Мне, наверное, придется. А хотя нет, я здесь, наверное, посплю, скорее всего, в порту. Блин, смотрите, какой тут, блин, будет повороты какие-то. Что тут тоже, наверное, что-то будет строить, наверное, какие-то города потом добавлять. Вот этот хрень, для чего она? Меточка, типа, блин, нахрена? Я не знаю, зачем это меточки. Ну хай будет, может быть они нужны для чего-то. Но мы с вами, ребятушки, едем, нам все равно. Мы доедем как раз и там, думаю, сохранимся. Ну, груз мы довезем до конца. Эти солнечные лучи, это раньше было вообще, я не помню уже. Тихо, ой, а чё, какого хрена тут светофор, я не понял, блин. Блин, такой, блин, я тут гоню так, блин, как ненормально, а тут светофор еще. Так, тихо, поворачивай. Нормально, поворот не вошли. А я не буду здесь парковаться, зачем вы эти знаки ставите? Это мне надо прям. Так. Дальше что там? Ой, еще раз поворачиваю там. Да только сразу перестраиваемся, чтобы полоса была нам свободнее. Тихо. Непривычно для меня. Так, а здесь нас давать дорогу. Да не будем никому уступать дорогу. Сами сейчас проедем. Кого пропускать не будет. Так. Тихо. Так, что все-таки хуро. Чем больше, тем это, блин, чем сильнее, да? Типа это, да? Так, повернули. Тут прямо. Ну, мы по главной едем, типа. Так что нам все равно как-то. Так, это на спорт, значит, да? Раньше здесь не было вообще, смотрите, корабли какие-то. Тихо, куда нам прямо, значит. Так, тут закрыто у нас. Водичка, по-моему, красиво стала очень. Нормально так. Так, здесь не поворачивает. Так, тормози. Тому звуки даже изменились немножко. У меня грузовик немножко такие звуки сделал другие. Но я боюсь, чтоб YouTube потом это все не запалил. Он даже на этом, блин, ловится. То, что я, блин, там использую звуки какие-то. Грузовика, например, же тоже, блин, сильно кричит на меня. Вот не надо, YouTube. Ну это ж просто звуки, фуры, ну подумай, блин. То я бы поставил звуки Жигулей, например, же они, блин, тут бы. Что тоже бы YouTube ура бы за это. Ну зачем так делать? Так. Куда мне теперь? Я ж тут впервые, ребятушки, я, блин, с вами впервые все это смотрю. Тихо, зачем мне назад? Ч
еще один поворот. Повороты. Ладно, заезжаем. Так. Я даже на превьюшку, наверное, возьму. Стой. Так, я сфоткаю на память. Отпускаем тебя. Так. Ну что, приехали. Едем. А теперь надо понять, куда мне точно встать. Я давайте по карте посмотрю, чтобы я не ошибся. Тут я вижу два порта у нас. Гетцер какой-то, Гетцер я вижу маленький. Городок какой-то. Нам надо Трелеборг какой-то, короче, нам надо туда. Давайте туда, значит, Трелеборг как-то. Ну тут два всего лишь направления, поэтому я не перепутал, надеюсь. Не четыре же, а два. Ладно, еще раз доезжаю. Чего нельзя, блин? Что мы пропадать, я так не понимаю. Так. Ну сейчас поспишь, что-то сейчас. Так, 668 евро, нормально. Ну ладно, поехали. Погнали? Поехали. Спасибо, вас витаю, да? Блин, посмотрите, ребят, это охренеть как круто. Смотрите, там отражение мои. Охренеть, погодите, я хоть игру сохраню. Кстати, ребятуша, а не было-то вот этого. А хотя, надеюсь, там игрушка не записалась, когда это загружалось, потому что что-то мне не понравилось это. Надеюсь, там ничего не пропало, запись никакая. Даже не помню, что тут все нормально. Тут посмотрите, как красиво. Так, а как видите, стоять. Ой, я ж вижу, смотрите, какой я груз везу, главное, и не включив себе этот. Так, виртуальную забрала. Вот, красиво. Так, вот это. Вот, отлично. Надо побольше поставить фонарей сверху, будет красивее. Тем более, 1 миллион не так уж много, ну ладно. Думаю, что куплю. Так, тихо, блин, управление, ё-моё. Ну что, поехали, ёпта. Что, погнали. Отражение, в общем, посмотрите, это, блин, давно уже в играх такой не видел. Тем более в дальнем бочках даже такой есть, это круто. Да, я только, конечно, впервые вижу. Так, тихо, включаем. Куда мне? Так, меня поворачивает. Тут, надеюсь, левостороннее движение или правостороннее? Надеюсь, что левостороннее. Так, поворачиваем. Ой, я впервые здесь, ребят. Я вообще вам говорю. Тут у нас почему-то дождь, не очень хорошая погода. Тихо. Работает. Так, поворачивай. Куда нам? Сюда. Так, тихо. Тут карта маленькая очень. Тихо, поворачивай. Тут... А, это еще, блин, фура, так аккуратно. Ой-ой-ой, пропусти меня, чувак. Ты затормозил там? Я тебя не увидел там случайно. Тут нас не очень и дождь сильно идет, а такой мелкий идет. Вот и хорошо, погода. Видно все будет, куда тихо поворачивай. Да, блин, надо все настраивать, потому что, блин, реально мне неудобно ездить. У меня тут даже, ребятушки, еще игра не полностью прогрузилась. Очень мало кадров показывается пока что. Да и вроде бы карта небольшая здесь. Так, ну что, поехали, давай. Что-то дворники так медленно работают, а? Побыстрее нельзя. Сейчас ночи все-таки. Так, включи мне. Так, вот так. Вот так, нормально, все, поехали. Так, 80 километров. Ну давай разгоняйся. Сейчас разгонемся, посмотрим. Интересно, посмотрим. Где дорога, блин, посмотрите, европейские дороги, ё-моё. Там даже отражение здесь, прикиньте, какие у них дороги. Не то, что, блин, там, например, же в Украине тоже. Так, мне по прямой. А, хотя нет, пока нет никакой автомагистрали. Тут у нас дорога просто. А, не нормально, я думаю, просто мы сейчас в другую сторону куда-то поедем. Тут немножко нормально. Тут у нас, блин, резко поворотик аккуратно. Чтобы не заносить. Так. Куда? Да, нам надо, блин, какие-то развязки, блин, что это за развязки там, ё-моё? Так, погодите. Куда мне ехать? Стой, тормозись. Погодите, ребят, я впервые на таких развязках, стоять. Чё это там впереди, погоди. Ты, блин, куда ты попала? О, иди сюда. Мне не надо. Можешь побольше ехать, я тут нашёл. Блин, тут неудобно. Во. Что это такое, блин, извините, пожалуйста. А, мне по прямой, значит. Блин, что тут какие-то развязки какие-то новые. Я таких, по-моему, еще видел этих. Дальнобойщик каких-то, я уже не помню, в этих, как это, украинские просторы, что ли, я там играл, такие были развязки. Круто, смотрите, какой-то город большой тут вообще. Ну ладно, нам по прямой, я зря, конечно, что затормозил на автомагистрали, но я просто впервые. Я вообще могу тут все перепутать. Ребят, пропустите уже меня. Да, нормально, так тихо, аккуратно. Тут дороги большие, ребят, надеюсь, я правильно где-то.
это вроде бы правильно. Так, ладно. Видите, что ты тут можно, конечно, заблудиться, если карты не было. А там же внизу пояс едет, ты смотри. Вон едет, сейчас увидите. Где он там? Я же увидел тоже. А вот едет, да-да-да. Да? А, это даже, знаете, это один локомотив всего, что ли. Так, я случайно выехал. Так, погоди, я сейчас сфоткаю, пожалуйста. Вот так, все, спасибо, люди. Локомотив просто какой-то проехал. Пожалуйста. То надо, конечно, подлаги, да. Высокие настройки, еще дождь, наверное, влияет сильно. Тут у нас там магистраль кончается уже, в конце концов. А, спасибо. Я тоже раз рад вас видеть. Очень сильно. Так, куда мне попасть? Домой. Ну, тут у вас и дороги классные, да. Конечно, если бы она не подлагила, может быть, в следующей серии будет нормально уже. Потому что впервые, конечно же, впервые, да, мне если комп не такой хороший же, чтобы быстро прогрузить сюда, не включай. Так, ну что ж, ребятуши, мы доехали, это не была очень такая длинная серия. Я посмотрел, мне понравилось, ребятушки. Вот и наши новые страны. Что, заодно и посмотрим, будет круто, исследуем. Так, сколько тут у вас ограничения-то? А 70 километров? Это что, вы издеваетесь, что ли? Давайте перестраиваемся. Блин, еще метровые маленькие, вот нормально. Так. Что у нас там впереди? Мы же, ребятуши, доехали. Сейчас разворот небольшой тут у нас. Это развязка такая линия. Будете стоять, тормозируй тут бомбочки. Да, я понял же, что давай, едите. Давай, 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 гони, гони. Ты что, блин, заберут место мое. Так, разворачиваемся здесь, ребят. Тут еще, блин, нормально. Тут у нас какой-то куст растет, блин. Посередине, блин. Конечно, я таких поворотов вообще не умею. Для меня это, блин, знаете, какая-то дура пытается развернуться здесь. Фура, блин, большая. Конечно, я здесь не развернулся бы нормально. Тем более, я уже так давно не играл. Так, тут эти какие-то химикаты вон нарисованы, нормально, заводы в них здесь. Так, а мне дальше ехать. Это не моя компания. Мне чуть дальше. Мне куда-то вот сюда. Куда это? Это сюда, что ли? А, мне дальше, мне чуть дальше, ты все дороги нормально. Свернуть надо куда-то. А мне аж сюда. Какие-то новые компании, нормально. Так, ребятуши, ну что ж, ребятуши, я завез груз, получил, блин, свои законные, блин, даже незаконные, потому что 12 тысяч штук у меня забрали за то, что я груз немножко повредил. И да, и я вообще потратил ремонт, поэтому, ребятуши, я, блин, практически ничего не заработал, потому что на ремонт машины обошлось много деньжать. Поэтому, ребятуши, мы здесь, наверное, закончим, блин, случай, конечно, карты очень большие, я, блин, путаюсь, лукаю, блин, пока нашел сервис этот. У меня что-то запись до конца не дошла нормально. Поэтому, ребятуши, надеюсь, сейчас записывается. Я закончу тогда с вами, ребятуши. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Если вам понравилось обновление, понравился Игруля, если вы видите его впервые, то не забудьте поставить лайк. А также за мое вождение тоже не забывайте ставить лайк. Все, ребятуши, встретимся, возможно, в следующем обновлении, либо в серии посмотрим, ребятуши. Все, до скорой встречи, всем пока-пока.